Напряжение витает в воздухе. Тихо и слаженно проходит микрохирургическая операция по лечению мужского бесплодия. Процесс деликатный и сложный. Для некоторых это последний шанс завести детей. Нам важно установить, есть ли генерация сперматозоидов или нет. То есть если мы найдем хотя бы один каналец, в котором мы найдем сперматозоиды, то у этого пациента есть в целом неплохие перспективы. Ну, допустим, если эти сперматозоиды недостаточно зрелые, но находятся в некой стадии, когда их зрелость можно стимулировать с помощью медикаментозных средств. При этом, есть ли у мужчины хоть какие-то шансы стать отцом, иногда можно понять только на операции. В краевой клинической больнице появилось специальное лазерное оборудование. С ним лечение бесплодия у сильной половины региона имеет больше перспектив. С помощью специального инструментария шовного материала диаметром и сечением меньше человеческого волоса, ну, естественно, оптическое увеличение с визуализацией просто великолепной у этого микроскопа. Можно сшить, обойдя место закупорки, семя, вносящие протоки. Можно выполнить современные микрососудистые операции. Результат достигают не всегда. 20% мужчин – так называемые пустоцветы. Детей они усыновляют. В половине бесплодных семей на Алтае болен именно мужчина. Чтобы поправить плачевную ситуацию, в стране появился нацпроект «Мужское здоровье». Диагностических программ недостаточно. Поэтому и создается вот эта вот структура, ну, так называемая СИТА, для того, чтобы выявлять именно количество пациентов с мужским бесплодием. И, конечно, их будет с каждым годом больше. Почему? Потому что мы стараемся этих пациентов на самой ранней стадии выявить. Благодаря трехгодичному нацпроекту в ближайшие годы на Алтае создадут несколько крупных центров. И что еще важнее, практически во всех больницах появятся, помимо женских, еще и мужские консультации. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.